Главнее всего «Погода в доме» поется в известной песне. Подтекст этой композиции хорошо знаком супругам Кустовым. Семейная пара из Новокузнецка создает свой очаг в уютном загородном доме, периодически убираясь из городской суеты. Рабочий график позволяет супругам бывать здесь не только по выходным, но и среди недели. И где бы они ни находились, в этом доме всегда тепло и комфортно. Мы приехали, здесь было почти 11 градусов, да? Сейчас получается 14, ближе к 15 уже приближается. Ну то есть мы здесь всего находимся полчаса, да? За полчаса, пускай даже плюс там 5 минут, температура прогрелась на 3 градуса. В этом доме есть все для того, чтобы расслабиться и отвлечься от серой атмосферы каменных джунглей. Обстановка самая, что ни на есть традиционная. Деревянные стены, пол. На кухне пышет жаром начищенный самовар. Впрочем, здесь нашлось место и для современной техники, которая обеспечивает комфорт. К примеру, в том, что за короткое время в доме стало гораздо теплее, прямая заслуга обогревательных панелей «Теплэко». Супруги приобрели готовую постройку год назад. В наследство от предыдущих хозяев им достался углеэлектрический котел. Вещь в хозяйстве, безусловно, нужная, но притом не экономичная. Работая без перерыва в фоновом режиме, котел потребляет слишком много электроэнергии. Такое оборудование за неделю тратит столько же электричества, сколько нагорает в обычной квартире примерно за месяц. Так что новые владельцы быстро поняли, что котел содержать невыгодно. Стали искать какие-то альтернативные способы решения и наткнулись на обогревательные элементы «Теплэко». Установили и увидели, что эффект 3 раза меньше потребляет электричество, вот эти вот нагревательные элементы, при этом в доме теплее. Выходит, что ровно такой же эффект, как от старинной русской печи, можно получить за счет небольших обогревательных панелей «Теплэко». Принцип их действия заключается в передаче тепла от нагреваемой изнутри монолитной кварцевой панели, которая обладает высокой теплоемкостью за счет особого кварцевого песка, из которого она производится. Совместная работа термореле и естественного свойства кварцевого обогревателя направлена на то, чтобы накапливать тепло. Поэтому стали смотреть, чтобы электричество не мотало, кислород не жгло. Получалось, и теплоотдача была хорошая. То есть у этих кварцевых нагревателей все вот эти 3 показателя есть. То есть тут песок, который внутри, как мне объясняли, вместе с теном находится, благодаря песку тепло держится долго. То есть они накалились, и иногда даже не поймешь, то ли они еще греют, то ли они уже отключились. То есть я могу только по температуре определить, вот по датчику, который у меня стоит, что уже он должен отключиться. Плюс 0,4 киловатта в час, это если мы даже умножим на 24, блин, получается сколько в сутки? 1. Вот у меня их 3. В итоге даже за месяц их употребления вышло так, что я на сегодняшний день должна где-то 2,5 раза меньше оплатить. Новые владельцы своей покупки не нарадуются. Юлия Кустова, как хорошая хозяйка, прекрасно знает, как можно экономить со вкусом. Общая площадь загородного дома 150 квадратных метров. На 2 этажах владельцы разместили 3 обогревательные панели «Теплэко». Это недостаточно, чтобы использовать их как основной источник тепла, но в качестве дополнения к основной системе отопления в самый раз. Хозяйка хвалится, эти устройства прекрасно вписываются в интерьер. А если дополнить их декоративными решетками, так вообще цены не будет. Небольшое оборудование отлично справляется со своей задачей. Поддерживает тепло в фоновом режиме, пока хозяева отсутствуют, и помогает за пару часов нагреть дом до нужной температуры. Здесь дышится легко. Я не скажу, что это ионизирует воздух. Нет, за это не скажу. Но то, что они комфорт создают, да. Ну вот мы месяц пользуемся, правда, очень хорошо. Я жалею, что их раньше не купила. Вот. А сейчас, если кто, допустим, я так понимаю, надумает их купить, у них летом, то есть на лето идет скидка, то есть они там по 200 рублей, по-моему, на каждый обогреватель скидку делают. Чтобы ощутить реальную экономию от использования обогревателей «Теплэко», нужен терморегулятор. Стоит он недорого, а польза очень даже ощутимая. Как только дом прогреется до нужной температуры, установленной на терморегуляторы, элементы автоматически отключаются. А затем, при минимальном понижении тепла, срабатывают вновь. Очень удобно, особенно по ночам. Хозяева вспоминают, как под утро уголь в котле прогорал. Приходилось просыпаться и подбрасывать его. Теперь за эту же функцию отвечает умное устройство, которое в одиночку контролирует работу всех обогревателей, установленных в доме. Щелчок, рассвет мигнул, допустим, да? Все, и он отключится. И будет тепло отдавать. То есть он будет горячий, может быть, в течение часа. Но реально будет горячий. Вот. Потом опять температура опускается ниже 25, он опять раз включился.
То есть не вручную, это я сейчас вручную включаю, просто вот я выставила на 25, чтобы мне быстрее протопить дом. У меня моя система отопления работает и параллельно работают кварцевые нагреватели. Выставлю потом 23. Все, дом до 23 нагреется, обогреватели отключатся. Ну, батареи у меня они будут работать. Опустится до 22, они включатся. Но очень удобно. Вот когда дом уже протоплен, то они поддерживают температуру, вот, которую я здесь выставляю. Но я 30 не выставляю, потому что мне такой сафари не надо. А 23-24, то есть та температура, которая для меня комфортна, они будут ее поддерживать. Выводы очевидны. Обогревательные панели Теплэ Эко себя оправдывают. Нагреваются быстро, поддерживают в доме нужную температуру и при этом, что очень важно, они очень экономны. 4 дня нас не было, за 4 дня у меня намотало 4 киловатта. То есть было... Сейчас вот 221 у тебя смотрела, да? А было 217. Ну, то есть 4 же, по-другому никак. Все, 4 киловатта за 4 дня, то есть киловатт в сутки. Это сколько она работала? Я еще не занималась подсчетом, чтобы всего 1 киловатт. А в доме плюс 11 градусов. По сравнению с аналогами, обогревательные панели Теплэ Эко обладают рядом преимуществ. В отличие от бытовых обогревателей, работающих по другому принципу. Кварцеобогреватель Теплэ Эко – это экологически чистый продукт. Он изготовлен из чистейшего кварцевого песка. Второе – это простота конструкции. Нагревательный тен заключен в рамку изолит, раствором, основой которой является кварцевый песок. И третье – это экономичность. Кварцевый обогреватель потребляет всего 0,4 кВт. Это как 4 лампочки Ильича. Низкая стоимость, простота монтажа, высокая эффективность. Срок эксплуатации не ограничен. Индивидуальный дизайн. Вы можете нанести любой цвет или рисунок на лицевую часть обогревателя. Уникальная российская разработка. Кстати, на обогреватель получен патент, так что опасайтесь подделок. Заходите на сайт Теплэ Эко, здесь можно найти любую информацию об обогревательных панелях. Погода в доме в ваших руках.